Челябинцы, конечно, обзавидуются. На празднование Дня города Магнитогорска потратят порядка 50 миллионов рублей. Только под выступление шамана заложено пару десятков миллионов. Но обо всем по порядку. Празднования в Магнитке растянутся на неделю. В первый день пройдут выступления танцевальных коллективов. 29 июня – главное шоу. Именно тогда пройдет концерт Ярослава Дронова. Артисту готовы заплатить 15 миллионов. Плюсом для оборудования сцены – светодиодные экраны, свет, звук потратят еще около 8 миллионов. А вместо салюта организуют сразу шоу фейерверков «Огни Магнитки-3». Они обойдутся организаторам в 16 миллионов рублей. На следующий день, 30 июня, выступят местные звезды эстрады. Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Его концерты стоят порядка 5 миллионов рублей. После концертов в Магнитогорске запланировано шоу воздухоплавателей на аэростатах. Красочное событие будет проходить на протяжении недели.